сорт острого перца Сугараш Пич. Переводится как сахарная лихорадка персиковая. Это перец из семейства Capsicum Baccatum. Сорт очень популярный. Посмотрите, какие у него интересные плоды, морщинистые. Это высокоурожайный многолетний сорт. Вот такие вот перчики у него. Созревает он от светло-зеленого, потом становится лимонного цвета, желто-лимонный, и в конце персикового цвета. Вот такие вот красавцы. Кусты довольно высокие. Высота куста может быть от 70 до 1,5 метра в высоту. Острота у этого перца от 80 до 150 тысяч единиц. Это довольно острый перчик. Такая же точно версия есть красная. Вот. Вот это вот персиковый. А вот это вот красный. А это персиковый перчик. Очень вкусный, очень плодовитый сорт. Этот перец имеет сладкие фруктовые нотки, абрикоса, цитрусовых и персика. Срок созревания у такого перца от 100 до 110 дней. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. В теплицах он будет до 1,5 метра в высоту. У меня кустик не очень высокий, если посмотреть. Ну, где-то сантиметров на... сантиметров 80. Вот такой вот урожай у него. Часть мы уже собрали с него. Очень вкусные, очень плотные, хрустящие и довольно сочные. Насыщенный аромат у него. Просто незаменимый сорт для тех, кто занимается заготовкой перца. На закатках он просто супер. Он даже в закатках твердый. Но главное не доводить его до такого состояния, когда он уже перезревает и становится очень мягкий. А так перец просто бесподобный. Советую выращивать такой перчик у себя на огороде. Он обязательно порадует вас большими урожаями.